отмету. Итак, мы начинаем наш митинг, и сейчас я передам слово первому оратору. Но сначала я скажу несколько слов об этом человеке, о нашем соратнике. Здесь, на русском марше, сегодня много молодых людей. Так вот, я скажу. Многие мысли и многие идеи, которые очевидны для нас с вами, на самом деле были впервые выдвинуты еще достаточно давно, 10 и 20 лет назад. И для нашей победы нам нужен опыт и мудрость. И, к счастью, на этой сцене есть выдающиеся русские политики, которые и 20 лет назад говорили о тех проблемах и целях, которые стоят сейчас перед нами. Я хотел бы сказать несколько слов. Наш следующий оратор. Участник боевых действий в Афганистане. Отец четырех сыновей. Доктор юридических наук. Один из адвокатов политзаключенного Даниила Константинова. Итак, я передаю слово главе Российского общенародного союза Бабурину Сергею Николаевичу. Слава России! Слава России! Правой стороне. Перед началом митинга прозвучала великая песня «Русские идут» в исполнении ее автора, прославленного нашего современника, великого поэта-песенника Александра Шаганова. И деятели русской культуры, русского духа, они с нами на русском марше. Придет время, я уверен, в этом русском марше будут идти все политические партии России, которые отринут оккупационные взгляды. А возглавлять русский марш должны русский президент и русское правительство. Слава России! От лица Российского общенародного союза, как старейший с 91 года борющийся за русское дело политической организации, я желаю всем мужества. Оно есть у всех присутствующих. Поделитесь своим мужеством с вашими соседями, с вашими друзьями по работе. Хватит прятаться на кухнях. Будущее наших детей зависит от каждого из нас. Мы здесь разные. И слава Богу, впервые собрались в одном марше национальные силы. И те, которые говорят, что социализм – это хорошо. И те, которые говорят, что пора выносить Ленина из мавзолея. Собрались и демократы, и консерваторы. Потому что только наше единство может обеспечить русскую победу. Давайте сделаем все, чтобы события 400-летней давности, когда наши предки выкинули из Москвы, из московского Кремля не только ляхов, а бояр, продавшимся ляхам, тех изменников русского дела, которые обрекли Русь на великую смуту. Так вот, мы с вами должны быть достойны и Дмитрия Трубецкого, и Дмитрия Пожарского, и Кузьму Минина, чтобы победить сегодня, чтобы изгнать сегодня этот западнизм, который царит у нас во власти. Слава России! Мы победим! Слава России! Спасибо, друзья! Маленькое техническое объявление. Организаторы просят подняться на сцену известного актера Александра Михайлова. Охрану и стражи правопорядка просим пропустить. Александра Михайлова. А сейчас я объявляю нашего следующего оратора. Один из лидеров запрещенного движения против нелегальной иммиграции. В настоящее время глава наблюдательного совета этнополитического объединения «Русские». Известный русский националист Александр Белов. Встречаем! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вам не холодно, скажите мне? Нет! Я думал, мне будет холодно, но когда я шел в ваших колоннах, я чувствовал пламень ваших сердец. Это настоящий огонь. И у нас от этого стоит очень простая задача. Нам надо этот огонь разжечь так, чтобы растопить сердца всех русских людей в России. Да, сегодня вышло 20 тысяч сюда. Но скоро выйдет 100, а потом миллион. Да, сегодня сейчас греется там у камина в Кремле
тот, кто вот здесь написано «Путин лучше Гитлера». Но он боится нас. Сегодня он послал нас охранять, окружил, послал вертолет. Но он чувствует, его время заканчивается. Потому что будущее принадлежит нам! Русские! Россия принадлежит нам! Как и 400 лет назад, мы выгоним оккупантов из Кремля. 400 лет назад пришли ляхи для того, чтобы грабить Россию. Но у них не было столько сил, чтобы уничтожить столько русских. Тот, кто сидит сегодня в Кремле за последние 8 лет, сократил численность моего народа на 10 миллионов человек. Это геноцид. И тот, кто сидит в Кремле, это враг. Путин! 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 Где он должен находиться? Не слышу! Еще раз! Ваша сила только может это сделать! Нет больше сил в России никаких! Будущее наших детей зависит от вашей воли! Многие вышли сегодня на несогласованные марши. Многие получат сроки, но небольшие. Но многие наши люди сейчас томятся в темницах, потому что только среди националистов есть военнопленные. Только среди националистов есть настоящие политические узники. Правда. Но это не значит, что мы должны чураться и не общаться с другими оппозиционными силами. Путина можно убрать, только сообща, всем миром. Потому что он будет пить кровь нашего народа, пока мы не вышвырнем его сами. Верите ли вы в победу? Да! Пойдете ли вы до конца? Да! Чувствуете ли вы нашу силу? Да! Мы победим! Слава России! Слава России! Победа! Да здравствует победа! Да здравствует победа! Спасибо. Идем! Спасибо Александру за столь яркое выступление, но следующие будут не менее яркими. Сейчас на сцене один из наших известных политиков. Он точно знает, где ездил полковник Чубайс. Сейчас этот человек возглавляет Московское отделение Российского общенародного союза. Историк, писатель, общественный деятель Иван Борисович Миронов! С праздником, братья! Ага, спасибо! А вы знаете, что нас пытались запретить? Да! А всякая клиническая этническая сволочь сказала: русские — это плохо, русские — это опасно, русские — это фашизм, идите в Люблюно, идите в гетто. Но мы их послали туда, откуда они сами вышли. Мы сказали, что мы встанем здесь, возле Крымского моста, где 400 лет назад выборный человек всего русского народа Кузьма Минин на голову разбил поляков и тем самым обеспечив победу над оккупантами. И то, что собрались мы здесь, это символично. Нас пытаются кому-то примазать. Нам говорят, с кем вы, с Кремлем или с либералами. Но мы сила, которая опирается только на национальный интерес и на русскую волю. И как 400 лет назад мы сметем с лица нашей Родины всю эту плесень от Кремля до либераста. Чаще. Надо приходить на чужие мероприятия, потому что это наши улицы, наши площади, делать их своими. Превратим общегражданский, так называемый марш миллионов, в русский марш. Берите площади, берите трибуну. Эта война не нами объявлена, войну объявили нам. Это война русского духа. Это война нашего с вами единства. Но мы победим, когда
нации, когда толпа превратится в армию. И я призываю к тотальной мобилизации русской воли. По всей стране необходимо создавать правые советы, куда бы входили представители всех национал-патриотических организаций, опираясь только на себя, на свои силы и на нашу кровь. Посмотрите вокруг себя, оглянитесь, посмотрите в глаза друг другу. Вы видите там страх? Нет! Вы видите там сомнения? Нет! Разве мы можем отступить? Нет! Разве мы можем сдаться? Нет! Так пусть этот взгляд станет нашей с вами присягой на верность нации и на верность Родине. Мы очистим русскую землю от Немцовых и Путинов, Рыжковых и Чубайсов, потому что мы будем выступать вместе единой силой. И пусть эта клятва будет на глазах у наших героев, которые пали за национальную свободу вот здесь 400 лет назад. На нас с вами обращены надежды тысячи наших пленных. Миллионы людей, которые умирают под ярмом коррупции, экономического и социального террора, этнического беспредела. Им плевать на Москву, им плевать на политику и на наши амбиции. Они ждут, пока мы поднимем знамя русской свободы. И мы сделаем это! Слава России! Слава России! Прежде чем я передам слово следующему оратору, я хочу спросить вас. Вы ждали русского марша? Да! Вы хотели быть здесь? Да! Русский марш проходит 7-й год. Но ведь, значит, есть человек, который его придумал. Как зовут того, кто придумал русский марш, скажите? Русский человек! Мне посчастливилось быть, наблюдать, видеть, Дима, как появлялась идея русского марша. Этого человека зовут Владимир Басманов. Он основатель ДПНИ, движения против нелегальной миграции. Сейчас он вынужден уехать из России. Но я уверен, что он смотрит трансляцию русского марша. Давайте поаплодируем ему. Владимир, спасибо тебе! Мы с тобой! Мы будем делать все, чтобы скорее мы вдохнули свободу и довернуться в Россию, в Москву. Обнял свою жену, ребенка. Пойдем домой. Владимир, мы с тобой! Итак, я передаю слово следующему оратору. Сегодня мы здесь вместе. Сегодня представители различных организаций. И сегодня, в том числе, много воинских организаций участвуют в русском марше. Я передаю слово Еременко Борису Федоровичу, капитану первого ранга, председателю Международного союза советских офицеров. Я обращаюсь к вам, русские по духу и крови. Мы здесь собрались потому, что нашему терпению настал предел. Как говорил император Александр, у русских только два союзника – армия и флот. Но сейчас у русских нет, и у России этих союзников. Армия и флот уничтожены. Сначала Ельциным и его подружным Пашей Мерседесом. Сейчас уничтожается Путиным, Медведевым и Мебельщиком Сердюковым. Товарищи, друзья, братья и сестры, долго ли мы будем это терпеть? Когда на всю Россию армия составляет 100 бригад, это 300 тысяч человек кадровых войск. Россия беззащитна перед внешним врагом. А что это нужно и кому, вы сами знаете. Это для того, чтобы Россию оккупировать. Мы с вами пока разобрались.
общины, а я призываю к вас к единству, потому что мы до сих пор еще ведем гражданскую войну с 17-го года, а нам надо быть едиными, потому что враг силен и един. Я обращаюсь к вам, прекратите распри, прекратите выносить тело Ленина, Сталина и прочих. У нас другой враг, мы живем сейчас и в это время. Мы должны этим временем руководствоваться. А сейчас у нас враг сидит, и мы все его знаем. Кто у власти? Тот же Путин, который обвиняется в измене Родине, которого ждет дело, незакрытное, положенное под сукно уголовное дело, еще по его должности помощника Собчака. Кто у нас у власти, вы сами видите. Это правильно для России? Нет! Громче, товарищи и друзья! Нет! России должны быть люди, которые берегут честь и достоинство страны, которые борются за то, чтобы она вновь стала великой державой. Хватит нам унижаться. Многие говорят, что вы там, русские, спустились с дерева, как обезьяны. Но мы знаем другие примеры. Сейчас в Болгарии открыли город, который принадлежал русским или славянам 14 тысяч лет назад. Город Аркаим на Урале 4000 лет назад. В Кемеровской области захоронение русских 100 тысяч ранее. Так кто спустился с дерева? Русские или они? Товарищи, друзья, я призываю всех, в том числе и представителей коренных наций и национальностей. Если вы потеряете русских и Россию, и вас не будет, русские – это цемент, который скрепляет Россию, скрепляет государство. На славянском базаре, на славянском съезде, славянское возрождение России, учредительный съезд был. Они говорят, что это вы все время выступаете в защиту русского народа. Мы же про славян говорю. А я сказал, не будет русских, не будет славян. И я сейчас повторяю, не будет русских, не будет России. Так что, товарищи, друзья, братья и сестры, к единству! Ура! 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 Да, напоминаем нашим ораторам, что мы немножечко соблюдаем регламент, потому что потом нас всех ждет праздничный концерт. А сейчас выступает человек, чьи слова «Хватит кормить Кавказ» повторил на тот момент президент Дмитрий Медведев. Глава исполкома Национал-демократической партии, представитель националистов в Координационном совете оппозиции Владимир Тор. Приветствуем! Ура! Слава России! Слава России! Слава России! А скажите мне, а имеет смысл России, если нет русских? Нет, конечно. Нужна ли нам страна, где нет русских? Нет. Предыдущий оратор сказал, что русские должны быть цементом. Я прошу прощения перед уважаемым капитаном первого ранга. Я не хочу быть цементом. Я хочу жить в стране, у которой есть ответственное правительство, ответственное перед русской нацией. Правительство, которое постоянно думает о русских национальных интересах. Не только об интересах граждан России, но и об интересах всех русских. 26 миллионов русских сейчас живут за пределами Российской Федерации. И большинство из них не имеет гражданства России. Но это наши братья. Один за всех и все за одного. Говорят, что
что когда боги хотят наказать правителя, они прежде всего лишают его разума. Если бы у Путина была хоть капля разума и совести, что бы он делал? Остановил бы вал миграции. Ввел бы визовый режим со странами Средней Азии. Прекратил бы кормить Кавказ. Дал бы жить русским. А что он делает вместо этого? Ворует. Он ставит в Питер губернатора Жлоба, который запрещает русский марш. Долой власть партии Жлобов! Долой, долой партию Жлобов! Нет Жлоба! Нет Жлоба! Нет Жлоба! Нет Жлоба места! Даешь русскую власть! Даешь русскую власть! Слава России! Слава России! Слава русской нации! Слава русской нации! Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Будущее принадлежит нам! А сейчас слово предоставляется Михаилу Налимову. Михаил является одним из координаторов группы православных активистов, которые выступают за вынос тела Ленина из мавзолея. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья, я приветствую вас. В этот светлый день, 400 лет назад, мы разбили иго польское. Сейчас над нами давлеет иго этого мертвеца, который лежит в Кремле. Что, вы забыли, что он сюда на русскую землю привез? Вы забыли геноцид русского народа? Забыли взрывы храмов? Забыли, как нас стали называть не русскими, а советскими? Сейчас же россиянами. Эта гидра приползла 100 лет назад. Она убила нашего царя. Она убила все русское. Принесла нам все зарубежное. Вопрос в том, что здесь много сказано было правильного. Борьба идет. Конечно, мы все устали, измотаны в этой борьбе. Но мы боремся. Ощущение, что с гидрой рубишь голову, две вырастают. Почему? Потому что гидру нужно бить в сердце. А сердце лежит в мавзолее. Ибо они все духом вместе с ним. Поэтому никто из них боится, все боятся вынести эту мумию из мавзолея. Ибо иго мертвеца давлеет над русскими. Это проклятие России. И у нас не будет духа единства и соборности, покуда он лежит там. Ибо это предательство наше. Тут сказали, что у русских нету союзников, кроме армии и флота. Ложь это! У нас нету союзников, кроме Господа нашего, Бога. И пока он с нами, мы непобедимы. Братья, я призываю вас, стойте в вере крепче. Добьемся вынеса этого мертвеца. Не будем смотреть ни на что. Кто согласен со мной, поднимите правый кулак за вынос Ленина! Братья! Братья мои, я хотел бы вам сказать, что Русь святая будет построена народно-освободительной войной, но не революцией. Ибо революционером первым был сатана. Вы вспомните, что нам принес Ленин, что он нам обещал. Обещал всего хорошего. Землю, что мигрантов не будет. И во что Русь превратил? Забыли вы? Так я вам напомню. Я вместе с вами, а мы вместе со мной. А вместе мы с Богом. И никто не остановит нас на этом пути. И хотел бы сказать, что чувствует сердце мое, что с сегодняшнего дня началось освобождение от эго-мертвеца. И погоним эту сволочь обратно с океана, обратно в преисподнюю. И хотел бы я свое выступление еще сказать последнее слово. Власть наша по грехам нашим. И закончить свое выступление словами из песни. Не печальтесь, братья, в этот светлый час. С нами Бог, за нами Русь. Наше дело свято. Кто останется в живых, тот помянет нас. Прощаюсь с вами. Низкий поклон вам. Слава Христу! А сейчас слово предоставляется главе ордена православных хоругвеносцев Леониду Донатовичу Симоновичу Никшичу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь! Братья и сестры, мы сегодня здесь шли с вами. Впереди шла чудотворная икона Казанской Божьей Матери, осеняя наш великий Третий Рим.
Все русские люди сегодня шли за иконой победительницей, которая 5 раз разгромила наших врагов. Все русские люди едины и будут едины всегда. Но чтобы мы с вами, русские, окончательно победили всю нечисть, правильно, совершенно, мы должны вывести труп Ленина из мавзолея. Обязательно и в самое ближайшее время. И вот что я на эту тему написал. Прощай, Ильич, теперь ты просто труп. Твоя судьба теперь лежать в могиле. Тебе не находиться больше тут, среди орлов, грифонов или лилий. Вы Бога распинали на заре, и церковь, и царя вы истребляли. Вы смерчем шли по выжженной земле, в Русь святую крючьями терзали. Но час настал, и вот решили мы извлечь тебя из большевистской ступы. Земля отторгла красные гробы. Гробы извергнут сатанистов трупы. Всему приходит время и конец. Придет конец химерам большевизма. Иисус Христос и Дух, и Бог Отец восславят воскресение отчизны. Отцы и братья, сгоним тень с лица, возрадуемся днесь, ликуй, Россия, на вынос и сожжение мертвеца. Нас всех благословил Христос, Мессия. Слава России! Слава России! Слава России! А теперь слово предоставляется русскому политику, который всегда говорил только правду. И никакие репрессии режима не могли заставить его отказаться от своих убеждений. Итак, на этой сцене председатель Союза русского народа Борис Миронов. Сегодня многие спрашивают, что это за праздник такой, день единства. А что тут непонятного? Это день нашего единства против Кремля, ставшего, как и 400 лет назад, символом и оплотом инороческой грабительской власти. Это действительно праздник, потому что после 20 лет брожения и шатания русские люди наконец осознают, что нужно объединяться в единый кулак против этой власти. Потому что навис угрожающий вопрос, быть или не быть русскому народу. Ведь у нас сегодня отечество, которое должно защищать наши права, наши интересы русского народа. У нас этого отечества уже нет. Потому что сегодня нет русского национального государства. У нас есть ОПГ. Организованное преступное государство, созданное Путиным. Что не министр, то вор. Что не премьер, вице-премьер, то смотрящий. Силовые структуры сегодня – это шестерки. Это братки, которые бездумно выполняют распоряжения паханов. Да у нас ведь главы государства нет. У нас есть пахан. У нас нет ни государственного бюджета, ни государственной казны, потому что давно они превратили в свой общак. Поэтому коренной вопрос времени – это вопрос власти. И не надо нам подсовывать никаких других идей и проблем. Возьмем власть в свои руки
и решим все эти вопросы в тот же час. Дайте автомат. Но я скажу конкретней. Стоит вопрос именно русской власти. Потому что, как показала наша многовековая история, только русские способны управлять так, чтобы всем народам в России было хорошо. Как только нацмен приходит к власти, он тут же власть употребляет ради своего тейпа, ради своего клана и не более того. Поэтому вопрос русской власти. Ведь сегодня Кремль не считается с русским народом. Они решили все. Нет русского народа. С чего с ним считаться? А вот эти бояре, князья, воеводы 400 лет назад, они ведь тоже решили, что уже нет русского народа. И агитировали нас такие, как Ермаков, агитировали нас за Сигизмунда точно так же, как сегодня Кургинян. И вот эти политические проститутки из Единой России агитируют за Путина. Но сегодня есть русский народ. Он на этой площади. Ведь когда эти князья, воеводы решили, что нет русского народа, и они присягали Сигизмунду, они не ожидали, что останется единственный человек. Ведь и русский народ 400 лет назад уже признал и Лжедмитрия, и Сигизмунда, и Владислава. Но нашелся единственный человек, Гермоген, и поднял Россию на борьбу. А сегодня на этой площади тысячи таких, как Гермоген, готовы жизнью жертвовать ради нации, ради русского народа, ради своей отчизны. Так пусть же трепещет Кремль, пусть же знает Кремль, что не иссяк ни волей, ни решимостью русский народ. Так трепещи, Кремль, трепещите, предатели, изменники, грабители России. Россия поднимается с колен, русские идут. Спасибо. Даниил Константинов, глава Лиги обороны Москвы, 22 марта этого года был арестован у себя дома по подложному обвинению в убийстве. Сейчас отец встает за сына. Свободу Даниилу Константинову! Свободу Даниилу Константинову! Свободу русским политзаключенным! Свобода! Спасибо! Илья Константинов, отец поприветствуем! С праздником, люди русские! 400 лет назад наши предки вернули себе национальное государство. У нас великая история, у нас великое прошлое, у нас гнусное настоящее. Скажите мне, глядя в глаза, глаза в глаза, у нас русская власть? Нет! У нас русское государство? Нет! У нас народная власть? Нет! У власти интернационал жуликов и прохвостов в погонах, которые давно забыли про присягу, которые давно забыли про родину, которые давно забыли про честь, которые знают только одну ценность – доллары в чемоданах. И им носят эти доллары в Кремль. Носят и носят и носят. И ради этих долларов они ведут войну против русского народа. Год назад мой сын говорил, выступая на русском марше: диктатура жуликов и воров переходит в наступление,
Они пойдут катком по русскому народу. Они пойдут катком по головам националистов и патриотов. Они не пожалеют ни тюремных камер, ни крови. И вот его бросили в тюремную камеру. Но еще тогда, год назад, Даниил Константинов говорил, и из тюремной камеры мы будем бороться. И из тюремной камеры мы будем слать вам братский русский привет. Помните, сотни людей... Сотни лучших русских людей, плоть от плоти, кровь от крови, честь, слава, гвардия России томится в этих тюрьмах. Не только Даниил Константинов, полковник Клочков, помните его? Полковник Хабаров, помните его? Герой Мухачев, помните его? Молодой парень, боевой, отважный, отчаянный парень Асташин, которого сейчас ломают в застенках ради того, чтобы он дал показания на своих товарищей. Помните о нем! Помните о них! Это лучшие! Друзья мои, братья, сестры, товарищи, я призываю вас к солидарности. Вставайте! Вставайте с диванов! Вставайте со стульев! Вставайте с кресел! Нам предстоит великая битва! Последняя битва добра со злом! Недалек тот час, когда здесь, на площадях и улицах этого города, развернется великий Армагеддон! Развернется битва, в которой наш народ обретет свободу! Но сегодня мы должны начать с малого. Память, память, память. Надо записывать и запоминать. Есть такое понятие в истории. Палач русского народа. Был когда-то такой Генрих Ягода, который вкатывал сотни тысяч наших предков в нашу святую землю. Его так и звали палач русского народа. И сегодня встают новые палачи русского народа. Один из них следователь, которого бросили на расследование Манежки, который посадил 15-летнего мальчика за несуществующее преступление в тюрьму, а сегодня сажает в тюрьму моего сына. И я говорю, запомните это имя, Левон Агаджанян. Левон Агаджанян, это палач русского народа. Позор ему, позор его потомкам, позор всем, кто пожимает его руку. Мы должны быть едины, мы должны быть вместе, мы должны объединиться в единый национальный фронт, сжать все наши пальцы в один кулак, потому что иначе нам не пробить кремлевскую стену. Вместе победим! Слава России! Слава России! Слава! Спасибо! А сейчас выступит молодой да ранний из тех, что у нас зовутся гордость движа, представитель национал-социалистов Роман Железнов. Приветствуем! Ура! Приветствую всех собравшихся здесь. Хочу поздравить всех с праздником, Днем народного единства. С этой сцены уже довольно долго критикуют действующую власть. Я не буду повторять все то, что уже говорили. Я не буду искать тут происки иностранных разведок. В первую очередь давайте зададим себе вопросы. Разве это заслуга иммигрантов в том, что они чувствуют себя здесь хозяевами? Разве чиновники безнаказанно просто так разворовывают то, что
что должно принадлежать нам. Почему русская молодежь спивается? Чья в этом вина? Вам кажется, что нас собралось много? А посмотрите, сколько недавно собралось на Курбан-Байрам. Вот в чем причина, почему мы не во власти. Вот почему мы до сих пор не в Кремле. Мы должны показать свое единство. Мы не должны жить по принципу «моя хата с краю». Мы должны объединиться. А единство начинается там, где люди одной крови объединяются под одной идеей. Одна вера, один вождь и один народ. У нас есть вера. Наша вера – это национал-социализм. Наша вера предусматривает однозначный ответ на любой вопрос. Мы построим новое общество. Мы не будем пытаться возрождать политический труп под названием РФ. Наша цель – общество социальной справедливости. Наш принцип – каждому свое. Я хочу, чтобы наша нация возродилась под солнечным крестом Коловрата. Да здравствует наше движение! Да здравствует наш народ! Слава победе! А сейчас слово предоставляется Денису Тактарову, представляющему общество «Русская здравость». Ура! Приветствую вас, соратники. Сегодня против России ведется война с применением оружия массового поражения, такого как алкоголь, наркотики. Мы отходим от своих корней и несем из-за этого большие потери. И нашим движением молодежи за здоровый образ жизни «Русская здравость» в этом году была проведена пробежка. Во-первых, за объединение славян, трех братских народов России, Украины и Белоруссии. При большой поддержке Союза десантников России и Фонда славянской письменности. И у нас это получилось. Объединение борьбы против вот этого оружия массового поражения. И наш следующий ход – это призвать всех не просто сидеть в интернете, писать комментарии, а действовать. Постоянно действовать, проводить какие-то акции. И призываем вас объединяться. И следующий наш шаг – это попробовать объединить всю Европу, славян. Также под эгидой объединения славян и здорового образа жизни. Готовим новый проект в этом году, точнее в следующем, за здоровый образ жизни также и объединение, который пройдет по всей Европе. Призываем всех присоединяться, действовать. Всех с праздником! Ура! Спасибо! Человеку, который отличается, потрясающий! Ура! Слава России! Слава России! А сейчас на сцене известный русский актер Александр Михайлов. Приветствуем! Ура! С праздником, россияне, русичи, славяне, русские люди. Ох, как ты постарел! С праздником, великим праздником освобождения. Но мы не свободны. На сегодняшний день стоит на коленях наша деревня. 23 тысячи деревень уничтожено за 20 лет. 18 тысяч школ уничтожено. Обесточены наши границы. Стоят на границе с Китаем огромное количество муляжей. Муляжи, а не пограничники. Уничтожаются военные городки. Лично мой городок, где я родился, станция «Степь», Оловянинский район, 111 разъезд, где стояла огромная часть, военная часть, летная часть, сегодня уничтожается. Сегодня 400 жителей этого городка выбрасывают на улицу по приказанию Министерства обороны. Да, происходит сегодня геноцид над Россией. Но всему приходит свой конец. Всему. И я думаю, сегодня Россия
начинает пробуждаться, начинает возрождаться. Русские люди понимают, что они не манкурты и никогда не были без памяти. Сегодня память возвращается. Идет мощная война. Как сказал мой батюшка, война – это убиение тела. Мирное время – это убиение души. И неизвестно, где больше жертв. Нас, молодежь, сегодня пичкает наркотиками. Телевидение пичкает безумными совершенно программами, где горы трупов и море крови. Убить сегодня человека – все равно, что высморкаться. Стыд убивают. Стыд. Именно сегодня то безобразие, которое происходит на сценах, на кинотеатрах, на телевидении, это безобразие подавляющее. Очень редко, и за редким исключением, где появляются какие-то скромные русские настоящие. Сегодня русская национальная наша культура, корневая, в частности, вы не услышите русскую народную песню. Ее нет, но она должна вернуться, потому что это молоко матери нашей. С этим мы родились, и это наши корни. За возрождение России! Слава России! Слава России! Слава России! Слава России! Будьте здоровы! А теперь слово предоставляется известному русскому националисту, бывшему политзаключенному, представителю народного ополчения имени Минина и Пожарскому, Юрий Екишев! Ура! Дорогие друзья, на войне праздников не бывает. И сегодня для нас рабочий день. 400 лет назад наши предки изгнали оккупантов из Кремля. Так вот, сегодня каждый русский человек слышит гул. Это гул войны. А на войне люди работают. Мы сюда пришли для того, чтобы передать, во-первых, вам слова полковника Квачкова. При аресте в Лефортовском суде полковник Квачков сказал: «Русская революция неизбежна!» Так вот, если бы около стен Лефортовского Кремля, стен Лефортовского суда стояли вы, то его бы не посмели закрыть. Если бы около стен СИЗО, где пытали Максима Базовалева, стояли вы, его бы не убили. Если бы около стен судов и темниц каталажек стоял русский народ, давно бы уже слуги режима обратились в обратную сторону. Нам не хватает сегодня не количества людей. Нам не хватает сегодня того, чтобы вы почувствовали свою силу. Того, чтобы воин нашел воина. Мы сюда пришли, чтобы вы связались с нами. О какой войне мы говорим? Идет война против русского народа. Стратегическим врагом Кремля является русское общество. Этот гул вы слышите каждый день. О какой смерти мы говорим? Кровные враги, Кремль и русское общество воюют до смерти. И в этой войне мало митингов, мало маршей, мало праздников. Необходима связь, которая делает нас из толпы русским государством. Так мы сегодня пришли познакомиться с каждым из вас. Сейчас, сойдя с этой сцены, я буду ждать каждого русского человека, который понимает, что воин готовится ударить там, где необходимо русскому народу. Никогда врагами русской нации не были полковник Квачков, полковник Хабаров, Илья Константинов и многие другие ребята. Они являются только врагами Кремля, который боится восстаний, боится мятежей, боится того, что вы почувствуете свою силу. Так раз враг ваш боится того, что вы должны сделать, сделайте это! Мы ждем каждого неравнодушного русского человека. Мы дойдем до победы только вместе с вами. Связь с вами – это залог будущей победы. До встречи! Слава русским героям! Слава русским героям! Русских полковников в Кремль! Русских!
Слава России! Спасибо, Юрию! А сейчас выступит человек, который точно знает, как вступить в по-русски. Лидер Московской ассоциации этнополитического объединения «Русские». Лидер одного из старейших русских движений «Общество память» Георгий Боровиков! Йоу! Здравствуйте, соратники! Здравствуйте, русские люди! Я хочу начать с того, чтобы передать привет от наших политзаключенных, от ассоциации белых политзаключенных, которые томятся в неволе по всему белому миру. От них я уполномочен передать привет, от Николы Королева и других русских героев, которые сегодня не на свободе. Что хотелось бы еще сказать, добавить к тому, что было здесь уже сказано. Конечно, разные идеи, разные идеологии у разных лидеров и у разных движений. Но наша общая борьба и наша общая цель – это освобождение нашей Святой Руси, нашей Великой России, нашего белого мира. России русскую власть! России русскую власть! Да здравствует русская национальная революция! Да здравствует русская национальная революция! России русскую власть! И Россия будет свободной! Россия будет! Мы знаем, что мы хотим, раз мы здесь находимся. Мы знаем, за что мы боремся и с кем мы боремся, раз мы здесь находимся. Мы уверены в себе и уверены в победе. Но, чтобы победить, мы должны вступить в единый фронт русской национальной организации. Самое сильное, самое мощное объединение русских – это объединение «Русские». Вступайте в объединение «Русские», где ждут вас ваши братья и ваши сестры. Вступайте! Вместе мы осуществим нашу мечту – русскую национальную революцию! Слава Руси! Слава Руси! Слово предоставляется Владиславу Карабанову, основателю одного из самых известных сайтов общественно-политических ari.ru и главе партии «Общее дело». Я приветствую русский народ, который пришел сегодня в этот день, осенний день, на эту площадь. 400 лет прошло, как наши предки изгнали со своей земли оккупантов. 4 столетия. Мистическая дата. День гордости и радости за их свершение. И день печали, потому что мы сейчас находимся на положении изгоев. Мы народ, который на своей земле назван фашистами. Нас называют нацистами. Для нас приготовили различные политтехнологические приемы, чтобы растоптать нашу волю, чтобы доказать, что нас нет. Но мы здесь. Я приветствую русский народ, который пришел сюда. Почему хотят сделать нас людьми, не помнящими своих корней, своего начала? Потому что хотят отнять у нас землю. И сегодня я хочу сказать, что где-то есть Литва, где-то есть Япония, где-то есть Чечня. А здесь наша земля. Это наша земля. Это наша земля. Это наша земля. И мы вернем ее себе. И чтобы освободиться, нам нужно начинать с основ. Основы и символы. Нужно уничтожить символы безнационального ига, которое здесь у нас обретается. Зиккурат на Красной площади, где лежит творец этого ига.
Это та зловещая пирамида, откуда берется начало вот этого безнационала. Нужно вынести оттуда Ленина. Это не Ленин, это Дерафил. Нужно уничтожить эту зловещую пирамиду. Да здравствует русский народ! Это наша земля! Ура! Ура! Мы все хотим, чтобы наша власть несла ответственность за то, что она делает. И сейчас перед вами выступит человек, глава инициативной группы «За ответственную власть» Кирилл Барабаш. Приветствуем! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Практически подошел к концу наш митинг. На него мы приглашали двух ответственных лиц, которые по Конституции обязаны осуществлять надзор над тем, что происходит в стране. Это в первую очередь Чайка и Бастрыкин. И вот их нету. Эти люди могли бы мирно и без кровопролития закончить все наше возмущение по поводу прошедших фальсификаций. Они могли бы осуществить необходимые процедуры и вынести чисто своими руками и руками вверенных им лиц из Кремля всю ту мерзость, которая там сейчас расплодилась. Но они служат им, а не нам. Они отвечают перед ними и перед своими счетами в банках, а не перед нами. Поэтому их здесь нет. Они не захотели отчитаться перед нами. Не захотели даже вынести постановление об отказе в возбуждении уголовных дел по фактам фальсификации прошедших так называемых выборов. Диалог закончен! Проснитесь, диалог закончен, мы больше не говорим с ними. У нас нет прокуратуры, у нас нет полиции. Мы вернем народную милицию, и мы вернем власть народу, и эта власть будет отвечать перед нашим народом. Ни один из тех, кто здесь стоит на этой сцене, не дает вам гарантии пока что, что он будет работать на вас, а не на тех, с кем сговорится, когда придет в органы власти. Где эти гарантии? Вы их видите? Мы их пока не видим. Читайте внимательно программы ваших лидеров, читайте, что они предлагают, и думайте до тех пор, пока вы сами не потребуете отчета. Перед вами ничего не изменится. Сегодня каждый из вас придет домой, и каждый должен обратиться к своим соседям и спросить, кто хозяин нашего дома, кто хозяин нашей земли. Вы большинство даже соседей своих не знаете. Просыпайтесь. Все, что говорится здесь, должно говориться у вас в домах и в районах. И из этих домов и районов должны выдвигаться лидеры. Они здесь на сцене, вы их должны искать. Только в этом случае власть снова вернется к народу и будет перед ним отвечать. А отвечать она будет по тому механизму, который предлагает инициативная группа «За ответственную власть». И мы предлагаем вам этот механизм на референдум. Я поздравляю вас с прошедшим нашим мероприятием. Я поздравляю с тем, что к нам так и не явились ответственные надзорные лица. Я поздравляю вас с тем, что отныне мы будем сами решать, кого и как судить. Слава Руси! Слава Руси! Мы заканчиваем наш митинг. Сейчас выступит представитель организации, которая очень много делает практических полезных дел. Борется с нелегальными мигрантами, работорговцами. Итак, на этой сцене Астаковский Иван, лидер православного движения «Святая Русь». С праздником, братья и сестры, Казанской иконы Божией Матери. В этот великий день наши предки молились Пресвятой Богородице, чтобы она даровала победу нашим русским воинам. И по ее молитвам Господь даровал ее. И мы, русские, потомки великих предков, должны помнить, что мы русские люди. У нас живет великий, непобедимый дух, который будет с нами до последних дней, до последней минуты нашей жизни. Наши святые молятся за нас и наше Отечество и просят: покайтесь нам, нашим безбожным прошлым.
разожгите в душах наших Илью Муромца, призовите Александров Невских и Дмитрия Донских встать во главе и погнать врага. Кто наш враг? Те, кто растлевает, развращает наш народ. Те, кто забрал наши недра, нашу землю, наше отечество. Те, кто запретил называть нас русскими людьми. Те, кто губит наш язык, традиции, культуру. Те, кто призывает быть меня толерантным. Но толерантности у меня нету. У меня есть любовь к Богу, к ближним своим. И праведный гнев, который говорит мне: «Стань за Христа! Стань за Святую Русь! Стань за народ русский! Слава Христу! Слава! Слава Святой Руси! Слава! Слава народу русскому! Слава! 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 Дорогие друзья, мы заканчиваем наш митинг. Сейчас будет зачитана итоговая декларация. После митинга будет праздничный концерт. Итак, высокая честь зачитать итоговую декларацию митинга русского марша предоставляется одному из самых известных русских националистов, лидеру этнополитического движения «Русские», Демушкину Дмитрию! Вы уже устали? Выходите в концерт! Да! Я сокращаю это вдвое бумагу, потому что предисловие уже все сказали. Каждый из выступающих здесь сказал абсолютно правильные вещи. Все это так. Но мы это и так знаем уже. Мы знаем, кто виноват. Да. Мы знаем с вами, что делать. Да. Мы с вами ждем только когда. Мне дана честь зачитать итоговую бумагу, которая будет принята от 64 русских маршей, которые прошли в разных городах нашей страны. На сегодняшний день марш прошел на всех континентах. Он состоялся в США и Канаде. Он прошел в России. Он прошел в Австралии. Все континенты были охвачены. Начался он на Камчатке и закончится сегодня в Калининграде. Мы требуем изгнания оккупантов, убивающих нашу нацию. Мы требуем наведения порядка в миграционной сфере и предлагаем забрать оккупантов, миллионами завезенных мигрантов с собой. Мы требуем поедания русским государствообразующего статуса. Мы требуем отмены политических статей. Хватит судить людей за их мысли и взгляды. У нас сотни военнопленных, которых судят только за то, что они думали, и за их убеждения. Мы требуем создания нашего национального государства. Мы настаиваем на признании и осуществлении неотъемлемых прав нашей нации на свободу, на воссоединение, на политическое представительство и, главное, на национальное государство. Наши с вами деды создали эту страну. Они стояли во главе. Они отвоевывали эту землю. Они передавали ее нам, их потомкам. Не для того, чтобы эта земля осталась бесхозной. Не для того, чтобы она была отдана на откуп оккупантов. Даешь национальное государство. Дом для всех русских людей. Слава России! Слава России! Слава России! Митинг объявляется законченным. Ура!